Уважаемый Максим Алексеевич, в преддверии 20-летнего юбилея Федеральной антимонопольной службы хочу вас поздравить с этим праздником. В вашем лице весь коллектив ФАС, тех, кто имеет отношение к службе, поблагодарить за работу. Хочу сказать, что Федеральная антимонопольная служба сделала все для того, чтобы в России была конкурентная среда, чтобы создать все механизмы, все элементы рыночной экономики. Для этого были реализованы и внедрены все необходимые элементы. Это, в первую очередь, возможности закупок на конкурентной основе, когда по критериям преимущество получает наиболее эффективный участник торгов и конкурса. Но еще очень важная функция ФАС – это функция, связанная с ценообразованием. То есть вы мониторите цены на товарных рынках, на сырьевых рынках. Это впрямую влияет на инфляцию и на экономические параметры страны. Я хочу, чтобы вы подробнее рассказали, как идет работа в целом по мониторингу цен, с кем взаимодействуете, ну и какая сейчас ситуация на рынке. Пожалуйста, вам слово, уважаемый Максим Васильевич. Спасибо, уважаемый Михаил Владимирович, спасибо за добрые слова в адрес службы. Спасибо за постоянное внимание к вопросам защиты конкуренции. Действительно, контролем за ценообразованием на социально значимых товарных рынках Федеральная антимонопольная служба занимается на постоянной основе. Прежде всего, это касается продовольственных товаров. В России большое количество производителей, продавцов таких товаров, высокий уровень конкуренции, поэтому меры именно антимонопольного регулирования не всегда применимы. Приходится использовать меры мягкого регулирования, профилактики. Так, во втором полугодии прошлого года в связи с ростом цен на мясо кур мы проводили работу с крупнейшими производителями. И в результате компании приняли решение о снижении отпускных цен. Более того, торговым сетям было предложено также соразмерно снижать розничные цены. Служба на еженедельной основе контролирует реализацию данного решения, цены снижаются. Также мы изучили причины изменения цен на яйцо куриное. Были выявлены опережающие темпы роста оптовых цен производителей по сравнению с ростом себестоимости и рост рентабельности в оптовом сегменте. По итогам проведенной работы возбуждено 10 дел о нарушении антимонопольного законодательства в 10 регионах Российской Федерации, в том числе по признакам заключения антиконкурентных соглашений и осуществления согласованных действий. С крупнейшими федеральными торговыми сетями постоянно ведется работа по снижению среднего совокупного уровня наценок. Эти наценки за период наблюдения с августа 2021 года снизились на 16%, с 22 до 6. Правительством Российской Федерации для увеличения объемов производства продовольствия создан эффективный механизм обеспечения отечественных сельхозтоваропроизводителей минеральными удобрениями по доступным ценам. Сейчас цены на удобрения примерно на уровне 2022 года. Надо сказать, что Федеральная антимонопольная служба согласовала торгово-сбытовые политики производителей минеральных удобрений, и мы контролируем их соблюдение. Правительством Российской Федерации принято постановление 662, которое подготовлено ФАС России. Оно позволяет регионам оперативно принимать меры для снижения цен и сдерживания торговых наценок. В настоящее время такие соглашения действуют в 34 регионах, где ценовые обязательства приняли свыше 2200 производителей и продавцов. Практика заключения соглашений хорошо себя показала именно в работе по стабилизации цен на яйцо куриное. Мы направили в регионы рекомендации о порядке заключения ценовых соглашений с производителями и продавцами куриного яйца, и сейчас наметилась тенденция к снижению цен. Рынок автомобильного топлива также является социально значимым. По поручению правительства мы проверяем экономическую обоснованность различных составляющих, которые включаются в конечные цены для потребителей. В случае выявления экономически необоснованных цен принимаем меры антимонопольного реагирования. Так, по итогам проверок возбуждено 30 антимонопольных дел в 19 регионах. В результате совместной работы министерств, ведомств, изменение розничных цен на топливо в 2023 году не превысило темпов инфляции. По лекарствам. Из перечня жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов мы постоянно ведем сравнительный анализ зарегистрированных цен, сравнивая их с ценами в референтных странах. Если выясняем, что у нас цены выше, уведомляем производителей о необходимости снижения цен.
Таким образом, нам удалось в 2023 году снизить цены на 252 лекарственных препарата из этого перечня. Всего в перечне 815 препаратов. Указом президента создан специальный фонд «Круг добра» для обеспечения детей с редкими заболеваниями, дорогостоящими лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. Надо сказать, что накопленный нами опыт в снижении цен на лекарственные препараты помог сэкономить фонду 12,5 миллиардов рублей. От системной работы службы на рынкостроительных материалов зависит как возможность граждан, которые планируют приобрести или построить жилье, так и темпы строительства социально значимых объектов, которые возводятся в рамках национальных проектов. По поручению правительства мы проверили различных производителей и установили, что имеются монопольно высокие цены на рынке горячекатанного плоского проката, листового стекла, газобетонных блоков, арматуры, цемента, сырья для производства глины, древесных материалов. По итогам рассмотрения дел компаниям выданы предписания, направленные на сдерживание цен и обеспечение конкуренции. Кроме того, компании получили экономически необоснованные доходы, поэтому компаниям назначены оборотные штрафы, и в судах позиция ФАС по многим делам уже поддержана. Мы получаем большое количество жалоб от потребителей на услуги сотовой связи и тарифы. Сотовые операторы занимают коллективное доминирующее положение. По этой причине мы проверяем экономическую обоснованность установленных тарифов. В случае, если мы видим рост выручки, при этом снижение затрат, неисполнение инвестиционных программ, затраты, которые не связаны с развитием услуг связи, мы выдаем предписание снизить цены на экономически обоснованный уровень или отменить повышение тарифов полностью. Такое дело было рассмотрено в отношении крупнейшего сотового оператора, и тарифы снижены на экономически обоснованный уровень. Надо сказать, что в сентябре 2023 года, внимательно рассматривая обращения граждан, мы установили, что большая четверка за раздачу интернета с абонентских устройств установила экономически необоснованную плату. Было выдано предупреждение о необходимости отмены такой платы, и это предупреждение исполнено, плата отменена. Сейчас такое непростое время. Без сомнения, нужно держать связь как с производителями товаров и услуг, продуктов, так и с сетями, поскольку ценообразование – процесс сложный, и цепочка влияет на конечного потребителя впрямую. Но вот что очень важно, это защитить от недобросовестного, скажем, производителя или от некачественной поставки потребителя. Это тоже является одной из функций ФАСа. Но на фоне развития спроса, когда спрос развивается, естественно, должно развиваться и предложение товаров и услуг. Это очень важно. И без сомнений, производительность труда должна развиваться, и инновационность, скажем так, решений, которые предлагаются, особенно в современных инструментах торговли. Сейчас очень много торговли перемещается в сектор электронной коммерции. Это и платформа, которые торгуют товарами и услугами, это и каршеринг, это и услуги такси и многие другие платформы. И здесь в ценообразовании нужно, как говорится, держать ухо востро, потому что, без сомнения, необходимо понимать, как этот бизнес устроен, элементы все, ну и контролировать ценообразование. Что служба делает в этом направлении, насколько вы хорошо чувствуете то, что там происходит сейчас? Уважаемый Михаил Владимирович, действительно, рассматривая обращения потребителей, мы все чаще сталкиваемся с примерами так называемого динамического или арифметического алгоритмического ценообразования. Такие механизмы установления цен применяются при определении цены на услуги проезда, железнодорожным транспортом, авиасообщения, услуг такси, гостиничный бизнес и так далее. При этом очевидно, как правило, никакого роста себестоимости не происходит, но происходит необоснованное дополнительное ценовое давление на потребителя, которое нельзя назвать экономически обоснованным и оправданным. Вопрос динамического ценообразования, конечно, находится в сфере баланса спроса и предложения. И пока мы применяем инструменты мягкого регулирования с целью поиска оптимальных решений для сдерживания цен на услуги с учетом баланса необходимости окупаемости услуги и социальной ответственности этого бизнеса.
Ну, например, одной из крупнейших авиакомпаний в феврале этого года мы выдали предупреждение о необходимости разработки коммерческой политики, которая будет предусматривать установление тарифов на экономически обоснованном уровне. Максим Алексеевич, у службы достаточно полномочий, чтобы контролировать ценообразование, в том числе в таких, скажем, сложных инструментах и конструкциях, каким являются электронные площадки. Необходимо, ну, буквально в смысле слова, устанавливать недобросовестных поставщиков товаров и услуг или тех, кто завышает необоснованно цены на услуги, на поставку, и реагировать теми средствами и способами, которые имеются в арсенале Федеральной антимонопольной службы. И, конечно, организовать взаимодействие с федеральным казначейством и с федеральной налоговой службой необходимо в этом смысле такое плотное взаимодействие для того, чтобы незамедлительно принимать меры реагирования в случае увеличения цен. И хотел бы особенно подчеркнуть, что это важно делать, в том числе при осуществлении функции работы с государственным оборонным заказом. Это очень важное направление, и ФАС здесь имеет все полномочия, чтобы эффективно заниматься, в том числе и контрольными мероприятиями.